традиционный рождественский венок – это один из главных символов Рождества. Его форма символизирует вечную жизнь, а зеленый цвет – надежду и процветание. Сегодня наш идейный вдохновитель Вадим Залесский расскажет, как сделать такое украшение для своего дома. Сегодня я покажу вам, как из обычных вещей сделать рождественский венок. Для этого нам понадобятся старые журналы и газеты. Сложим их в несколько слоев и свернем в небольшой тугой рулон. Сделаем два рулона и с помощью скотча склеим их в кольцо. Для плотности охватим конструкцию скотчем. Традиционный венок делают из веток ели. Ну, поскольку история известна, что венки делают из разных материалов – дерева, веток, сегодня мы сделаем венок из гирлянды. Зафиксируем гирлянду в одном месте и начнем накручивать ее по спирали, закрывая всю бумажную конструкцию. Каждый виток закрепим скотчем или клеем. Получилась основа венка. Теперь гирляндой меньшего размера задекорируем его. А чтобы наш венок выглядел празднично, мы украсим его елочными украшениями. Такой венок можно повесить в гостиной или традиционно на дверь дома. И праздничное настроение вам гарантировано. Творите и помните, что красоту мы делаем руками.